утро всем. Смотрите, сейчас еду на работу. Посмотрите. Боже мой. Солнце какое. Как бы розовое или оранжевое. Трудно разобраться. Сейчас попробую поближе подъехать. Не получается получше заснять. Если здесь будет лучше видно. О-о-о-о-о. Как будто бы апельсин, да, смотрите. Боже. Ой, жалко, машина сзади меня прям близко ей. Хотелось бы получше заснять. Ну, сейчас за деревом. Если только подъехал, сейчас мы все вместе отметимся. Вот она бежит. У нас еще есть как будто минута или две. Как дела, Светулька? Как дела? Смотришься отлично, Свет. Отлично. У меня, кстати, такая же кофта должна быть. У меня такая же кофта должна это быть. Твоя. А, это твоя! Значит, была. А ножки-ножки-то худенькие, боже мой. Ой, Свет, у нас ведь начинается особенная неделя. Учителя, всех учителей будут родители. Учеников как бы благодарить каждый день, что-нибудь особенное. 40, да, да, Свет, мою тоже делай. Это надо пересадить в эту, в твою эту. Да, очень удобно, хорошо, кстати. Ага. Я вам покажу, что там нам приготовили. Кстати, Свет, давай-ка сходим, там завтрак уже, наверное, готов для нас. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, что там вкусненько. Даже если мы не сможем, Свет, детям нашим отдадим, девчонкам, да. Good morning. Потому что такой завтрак, который они сказали, можете с собой забрать. Потому что, знаете, что у людей... У нас 30 минут сейчас. Будем гулять. Сейчас, да. Для себя сейчас немножко времени делим. У кого? У Мерседес, они вчера отдыхали. Да, да, это у дочери, да, день рождения было. Ты видел, какое солнце необычного цвета сегодня, Свет? Как будто апельсин. Необычный такой. Да, не пока что, аж оно сейчас за деревьями. Вот с этой стороны, с этой, как вот кисточку вот так вот. Да? Вот это я не видела. Я видела. А я ехала. Очень необычное. Я же рано выехала. Ну да. Такой был это, прям аж ехал. А, ну ты видел восход даже. Я потом здесь, когда стала приезжать, прям так это... Немножко на горе. Вау, классно. Так, вау, такое солнце. Необычное очень. Останавливаться не стало, чтобы снимать, потому что там повороты особые. Ну, сейчас давай сумки, наверное, ставим, Свет, и на третий этаж нам надо будет. Ой, отдышка будет. Зачем? У меня точно на третий этаж подняться пешком. Я сегодня супчик рыбный принесла. Ой, блин, надо сказать, чтобы сделали. Так, надо вот сказать, не этот, Эндрю сломал. Да-да, он вчера тарабанил. Там винтик надо как бы подключить, ага. Глаза у него, глаза. Я вчера прям... Очки сломались, да. Вчера лежал, вот так вот держал голову, вот так вот. Ну вот давай посмотрим, Свет. Принесут они сегодня запасные очки? Ну, я сказала, бабушка, как попросили, да. Я говорю, ну ничего, нет никаких. Я говорю, мне кажется, у него голова болит. Да запросто. Ну я это, ну, если бы я попробую, может, он их не хочет найти? Да. Так. Прям в глаза вот так руки делают. Видишь, сразу. Светуль, я нам еще воду принесла, так что я думаю, нам на этой неделе хватит, а уже на выходные купим прям большую упаковку нам. Я сегодня села, начала диету, которая при кодировке. Девочки, кто-нибудь из вас делал? У меня здесь, значит, домашний творожок. Я делала, натерла грушу. Груша такая сочная, сладкая. Потому что грушу можно. Можно два фрукта в день. И супчик у меня здесь рыбненький. Такой рыбный. Типа, знаете, как... Уха из петуха. Как это? Овощной и просто рыбы много. И густой такой получился от капустки. Ну все, побежали. Идем первые. Мы еще... Ага, мы еще нашему учителю сказали, мы сейчас... Тихо, еще учеников нет. Сейчас самый лучший кусочек нам достанется. Интересно, кофе у них будет? Надеюсь, здесь. Надеюсь, мы правильно поняли. Так, ну-ка, что здесь?
Гранола бар. Вот так это. Ты любишь, кстати, такой, да? Да не могу я есть. Ну, возьмем просто деткам. Да, да, да. Что вот я могу своему промолотить? Да даже вот эту печенечку. Да. Или вот это. Давай, давай, вот эту. Вот это вкусно. Ага. Так я возьму ему тоже. Да, чтобы мы ему сейчас промолотить. Ага. А попить? Она сказала, напитки тоже где-то есть. Слушай, не может быть вот тут? Нет. Что-то мало. Ну ладно, мы еще вернемся. Ну ладно. Знаешь, у нас на Иглакс. Маленький парень. Маленький. Такой крупный парень. Да, 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 да. Матом ругается. А печеньки я всегда пекла. Но боже, тут своего любимчика подкармливаю, девчонку. Вот ты тоже приходишь. Давай, пока горяченько, давайте, поешьте. Подвесь сюда, тебя не видно. Да. И Алис пришла, поела, и все. Так эти гнать замесила они все. Оно смотрится, мы печеньки со Светы сделали. Они из пакетиков, а смотрится как домашние. Там сливочное масло, да. там мука. Да, считай, всякие добавочки сделали. А я еще разных наложу, еще красные, ну такие, спаркл. Это. Пинкейки сделал, там очередь стоит, и мне парень один такой говорит. А, печка тоже там будет. А, да, да, да. О, печенье, выпекли печенье. Так я говорю, да-да. Я говорю, если хочешь, когда все закончится, вы свое дело сделаете, я вас угощу печеньем. Да, я очень хочу, я говорю, все. И тут больше подходит, они стоят у меня просто. Он такой, а что, можно? Нет, нельзя. Ну, кстати, всегда почему считают. Да, да. Да. Я говорю, нет, нельзя, мы делали для наших ребят, нас на перекус. Но в конце дня, если учительница мне даст добро, я вас угощу. Алиса такая, а чего есть хотят, Свет, подростки? Конечно. Да, я потом спрошу. Говорю, Алиса, ничего, если я угощу детей? Да, да. Конечно, да. И это... И они стоят в очереди там, пинкейки жарят, и он такой говорит, Совет Юнион, люди такой очереди стояли за хлебом, рассказывает. Мальчишка рассказывает, я такая, и главное меня смотрит и мне говорит, я такая, знаю, я такая стояла. Говорю, я такая говорю, I know, я говорю, я сама как бы с бывшего Советского Союза. Говорит, что раньше такие очереди стояли за хлебом в Советском Союзе. Ты знаешь, так... За молоком. А он именно за хлебом сказал. Ну, потому что это как бы самое такое. Да. Они потому что стоят все, каждый что-то испечь себе, вот этот пинкейк. Да, да, так, да. Такая, так серьезная, и главное, на меня смотрит. И мне рассказывает, Совет Юнион, не на России говорит, главное, в Советском Союзе. Да. Такой прикольный. И потом за очередь ровно закончился, и они такие уже все за мной. Печенье. Печенье. Я такая, только одна. Он такой, хотела разноцветных всяких. Я говорю, сори, только одну. Давайте выберу самую большую. Разные хотят с разными полностью. Прикольные что дети. У тебя тут такое, Святой? Ой, я вчера овощи, у меня овощей полно. Я овощи потушила. Вот наверху покажем. У меня мясо с грибами тушеное. Смотрите. Такое, чтобы без всяких. Это у нее кето-диета. Да. И вон это. И салатик еще сделала. Огурцы, помидоры. А я считаю, творог поел, я сытная, я не хочу суп есть. Ну да. Как при кодировке. Кто-нибудь из вас делал кодировки? Это как кодировался от лишнего веса. Как гипноз. Гипноз. Гипноз был, потому что нам что говорили, потом так... как будто иголки. Прям аж немножко иногда больно так, как будто кровить начинало в некоторые места. Это гипноз. Я в Америке ходила на гипноз здесь тоже, на похудее. А я же тогда была? Худые были. Худая была. Да, еще ходили. И когда пришла, меня все так смотрят, скажут, ты что, дура? Можешь килограмм 10 лишний, а я уже пошла кодироваться из Америки. И там тоже такая, как говорят. А у меня английский-то. Надо же хорошо вслушиваться, понимать, как бы... Они говорят, а я сижу, думаю о своем. Все там, а я глаза открыла. Потому что, естественно, Свет, ты же не понимаешь, он тебя не берет. А я вот что запомнила, когда мы ходили, это Смелов, да? По доктору Смелову.
А сейчас информацию не найдешь, потому что я хотела уточнить список, какие продукты можно кушать. Я так как бы примерно помню все. Я такое ощущение, я на этой диете, я похудела, я помню. Да-да, кстати, я и не пила, по-моему, чуть-чуть так пила, мне даже не хотелось ни есть, ни пить. Я помню, все приходили на работу, ты болеешь? Я говорю, чего здесь я болею? Что ж такая худая? Начинаем есть, я говорю, да, я не хочу. Да, пить я так, и пить неохотно, не есть ничем-то. Слушай, ну ты, наверное, больная, все переживаешь, что я больная. Если я не ем, не сработала. Я очень похудела. Я помню точно, что я когда на эту диету садилась, после этого я еще просто так садилась, и всегда за первые две недели 5 килограмм уходила. Неплохая диета была, да. Я вот помню точно, 2 фрукта в день можно. Вот 200 или 100 грамм мяса, например, рыбку. 200 грамм овощей. Стакан сока. Одно яйцо, только яйцо. Одна столовая ложка сливочного масла, столовая ложка подсолнечного масла, стакан молока, крупы, например, 2 столовых ложки, уже как суп, например, суп сварила, оно там плавает, да, картошку вообще нельзя. Что еще вот с этим? Ну, вот такая вот диета была. Я эту диету помню только... Сметанку можно. Такое ощущение, я сидела, сейчас скажу, что я готовила, и мне такое ощущение, как будто меня вот эта диета ассоциирует с этой едой. Я другую вообще ничего не ела. У нас наша хозяйка нашего кафе привезла из деревни свеклы море и нам притащила. Я взяла, естественно, возьму. Вроде все возьмешь. Я взяла эти свеклы. Лук с работы таскали, экономненько, лук с работы, морковка с работы, она принесет, там салат взяла, что на две морковки, да, взяла, да, две лука, по-моему, зайду в магазин, куплю минтай. Да, я прям, вот, да, да. Посмотрите, да, я ела вот это, я делала как на одной ложке томила лук с морковкой, нет, просто лук, свеклу отварю, натру и лук со свеклой, это у меня гарнир был. А минтай тушила, тоже делала с луком и с морковкой. А и вот это была моя еда. И так ощущение, это, что я помню с кодировки. Мы еще котлетки на этом же. Делали, Свет. Надя, ничего не помню. Я помню много. Я много ничего помню. Не, вот только вот эта еда. Да. Такое ощущение, я так экономненько, что деньги не тратите свои на еду. Да, да, да. Я ж Николочка баловалась. На деле хорошо, Свет. Так что вот а сейчас посмотрим, как надолго меня хватит сидеть на этой диете. Ну, Светуль, давай кушай, не будем отвлекать тебя.